Добрый день, с вами канал Малорама. Сегодня у нас 10-я серия сериала «Сокровенное». Джилан в шаге от того, чтобы узнать всю правду о чувствах Тайлана. Но если она узнает о настоящих намерениях Тайлана, позволит ли она ему приблизиться к ней? Есть ли у этой истории хоть намек на настоящие чувства и отношения? Омер уже устал бороться за сердце Джилан. Он не хочет, чтобы такой человек, как Тайлан, обидел Джилан. Омер полностью раскрыл план Тайлана по завоеванию Джилан. Но сможет ли Омер доказать свою правоту? Тайлан решает рассказать Кристине, что все, что он делает ради любви к Джилан и хочет помощи девушки. Потому что последнее, что ему не нужно, это упрямство Кристины. Омер решает действовать через госпожу Фериал. Они вместе заключают договор. Омер хочет, чтобы Фериал держала подальше Джилан от Тайлана. Для того, чтобы защитить самых близких, человек порой забывает о себе. Сможет ли Фериал защитить Тайлана от любви? Омер устроит западню Тайлану. Эльван столкнется со старыми, давно забытыми проблемами. Новый персонаж не враг, которая знает все тайны прошлого. Она появится в самый неожиданный момент и знает всю правду, которую скрывают от Джилан. Она станет страшным сном для Тайлана. Опасные игры, которые играют с Джилан и Омером, с появлением этой загадочной женщины примут совсем другой оборот. Мэйлис пытается всячески помочь своему племяннику в достижении его цели. 10-я серия сериала «Сокровенное» выйдет 5 августа в 20:00 по московскому времени на турецком канале АТВ. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!